Доброе утро, Полтава. Сегодня 24 марта 2017 года. Доброе утро, Сергей Станиславович. Доброе утро. Что у нас произошло? Вчера у нас был насыщенный день для наших экстренных служб. Значит, поступила информация о ДТП на улице Европейской, 90, в районе остановки Лялевы-Буйвух. Сбита женщина, 52 года, доставлена в первую городскую больницу. Также ДТП случилось на перекрестке, столкнулось два автомобиля. Перекресток улицы Панянки и Шалом Алейхима, ну, это тот участок, который... Пресловутый участок, наш проблемный. Также есть информация о том, что на Первомайском проспекте сбита молодого человека, 19 лет, тоже закрытая черепно-мозговая травма, доставлена в первую городскую больницу. На Зыгина, 21, у нас поступила информация от скорой, смерть до прибытия в связи с передозировкой. Наркомания. Да. И на Степного фронта 30 была попытка самоубийства. Пожарники снимали девушку молодую. Она где-то на здании? Она на крыше. На крыше. В принципе, это из чрезвычайных происшествий все. По коммунальным службам, в принципе, работаем в обычном режиме, но уже усиленным на двухмесячник чистоты. Сейчас основные задачи тоже сейчас уборка под бортом. После объезда города были поставлены определенные задачи. Посмотрим, это вторник, а не следующего справиться с ним. И по погоде нам на сегодня обещают днем плюс 12, плюс 14 градусов. Так же, как и вчера, но вчера не было. Но на сегодня обещают местами кратковременно. Это в течение дня или да, на ночь? Потому что я видел на ночь. В течение дня. Ну, в принципе, все. Всем удачного дня, готовимся. Сегодня сессия городского совета. Всего здоровья.